Че, следующий, да? Давайте сразу. Давай. Тут еще проще. Если машина пойдет куда нужно. Только вы знаете, с чем я буду проходить? Да и че? Зато бульдозеры все на тебе. Если че, я не виноват буду. Если поиграем. Я понял. Как тебе будущее там? Не, все. Поехали. Хищник будущего вообще. Здравствуйте, полиция, да что это? Судья Дред. Сейчас тут активы не надо еще покупать и прочее говно. Так, че, возьму медички, да, говорить? Ну да, надо бы. Только маловато. Так, все, взял ее. Я готов. Че там играет? Нет, сейчас сейф выпал, сейчас не выпадет дрель. Знаешь, для начала, чтобы выпала дрель, нужно сейф, чтобы выпал, да? Надо найти балки, сначала, балки и ломик. Знаешь, не что, надо было этого делать. Надо сначала ломик найти. Я кнопку перепутал. Нож взял в руки, пацан, просто. Нормально. Балки уже не нужны. Я уже на крыше. Тут о, уже... Ломик, ищите на крыше. На крыше ломик, смотрите. Знать бы, где он еще тут спавнится. А, по всей крыше. Будь здоров. Ну я специально сдержал, чтобы ваши ушки не травмировать там. Я нашел доски. Надо бы ломик. Плюс один. Упади, упади, упади. Нашел девушку. Девушку. Ну знаете, где этот ебач упал? Вот угадайте с трех раз. О, монтировка. Он не проломит, нет? О, нравится. Дес молодец. Давай, херач. Не проломит. Полторы минуты чё, сидим на крыше, блин, со снайперами. Ой, сейчас дай дрель улучшу. Ну не обязательно, не обязательно на этом. Ну ладно. На крыше. Может не спустимся? Ну я буду бегать чинить. Чё ты так улучшил? Я дозера сушусь. Теперь лучше. Давайте на лестнице сядем. Быстро. Вот он, я кого-то сушу, вон вижу. Вон, надо дрель починить. Я еще прицел поставил на град. Снайперский. Ребят, прикройте, я тут чиню вообще-то, не? Ладно. Нам было снайперский, ну поставить. С поправкой на ветер. Ядрить. Я говорю, да, вообще мрак чинить. Иди назад, иди Дес назад, у меня есть эти ворота. Да я все за тачкой спрятался, замаскировался. Вау. Спасибо. Да вы охерели. О, тут еще дозер. Я как? Как я? Я. Ну, дайте мне лук, и я всех замочу. А че, боку нельзя чинить? Что за подстава вообще? Давай я починю, Дес, уйди. Да все, у меня там уклонение все дела, трапин. Уклонение? Какие у тебя уклонения? У него воу, неожиданно. О, я починил его. Неожиданно? Очень неожиданно. Ой, там десантура пошла. Поднял. Ух ты, я серенький. И еще одного поднял. И меня надо поднять. Иди сюда. Фак! Да, ну просто лазерное шоу у вас, если чё. Дайте аптечку кто-нибудь. Ну ты иди вниз. Да я внизу. Делык тебе поставят. Поставил. Все, он там открыл. Пойду его вытаскивать. Я похилюсь и пойду вытаскивать. Фу, я живой. О, господи, как же их много. Я слепой. Да ну нахер, не ходите туда. Я бросил молотов, ну и в жопу. Я просто слепой еще вышел там, мрази столько. Еще и допердели здесь. А чё надо-то? А знаете чё? Он, кстати, может проломить вот это вот, видите здесь? Может проломить. Ой, вот эту крышу? А, крышу проломить может. И тогда, если вдруг у вас будет спаун вот этой комнаты, где вы должны его допрашивать, на коме третьем этаже, он еще пойдет через всю крышу. А, то есть так? Гениально. Мега спаун. А чё, мы там не кнопочкой нажмем, не? А, давай подождем, пока закончится спаун, потому что тогда ты просто-напросто не пройдешь. Сам, что дуры.
Кого, кого, кого? Окей, там. Вот стоило, это те двери сразу пробежали. Убейте, пожалуйста. А тут дозер. Убейте, дозер. У меня патроны. Убил. Не убил. Убил. А, теперь у меня свой энсонг, окей. Я пошел убивать там бульдозера, да, говорите? Или уже нету? Да он бы давно уж убил. Да он давно уж. Не знаю. Патроны. Снимите. Ставлю. Сейчас я возьму это. О боже ты мой. Еще один дозер. Стреляйте, я встаню. Там они до хера просто стоят на лестнице, просто забейте, даже не выходите. У меня перезарядка полная, причем. Я слепой. Опять слепой. А я сдох. Никак не могу упасть с бесконечными патронами в сраного тазера. Тоже найс. Поднимаю. Еп. Гребаный снайпер, тут никого, кстати. Тут слева падает пацан. Поднял. Так, подлечусь-ка я и пойду наверх. Снизу, да, снизу, Дес. Дес, они снизу идут. Ну, Дес, куда ты пошел? А я не перепутал. Дес! Я подниму Дес, да. А, ладно. Я уж поднял. Парень вышел. Тут, кстати, ломик нужен. Дес, и ты зря, короче, сюда, ты зря взял ломик. Потому что тебе нужно подлечиться и идти сюда. А, ну я сдох тут, естественно. Я тоже вижу. Короче, мы дождемся перерыва. Только тогда пойдем. А он будет? Ну, должен. Капитана-то нету. Минус один снайпер. Дес, иди, скрывай багажник. Ну, охеренно просто. Че, есть там цель? А я бегу в Свенсонге к вам вниз. Поднял Деликса. Подержи, пожалуйста. Блин, это снайпер, капец. А, аптеки нету. Я поднял, ставлю аптеку. Дес, я тебя поднимаю. Куда он идет? Он здесь у меня стоит на месте. Так как? Нет, в смысле он... Ну я успел это открыть. А нет, все ок. А где снайпер? Я уже мог, кто и пошел. Вижу. Все, взял серый. Красавчик. На, и упал. И я серый. Зато серый взял. Сейчас подождите, я снайпера уберу. Поднимаю здесь. Подожди, не поднимай, не поднимай, не поднимай, я снайперов уберу. Все, убрал. Стеночкой. Нормально. Все, беги, беги, беги. Снайперов нету, беги. Тут аптека всех патрушки возьмет надо. Илья тоже аптеку забирает. Да. И патроны еще возьму. Все, спускайтесь вниз. Вовремя перерыв, только это. Делыкс не стреляй там рядом с окнами, окей? И вообще близко не стреляй, чтобы нас не прострелили. Я постараюсь. А ты в коридорах вообще стой. Смотри, кто стоит, мой псих. А тут стену пробили, ублюдки, а? А тут ломик был прямо. Тут ломик был прямо на спауне. Пастер, пастер. Хищник, хищник, иди, 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 иди. А во-во, Делыкс, держи этот проход снизу. Да, да, диван. Да. А, вот этот? Да, где диван. Там вообще шикарно. Еще можно проломить вот эту стену, по-моему, если в нее выстрелить. Если вдруг надо будет. Ну, я не буду этого делать. Дес, серию вставляй. Да е-мое. Нес! А чё у нас по гранатам? О, как далеко. О, они уже идут. Никого нет, если чё, у тебя делается. Да-да, я убился. Типа. Не бей, не бей, не бей! Нет, хищник! F нажимай, F. Ты знаешь, уже? А, у меня тут уже череп. Нет. Я пробил стенку случайно. Я спасибо. Слепой. Меня тут бьют. По-моему. А я слепой, я просто слепой был. Я даже не знаю. А, понятно, я не ушел к вам.
Нормально? Найс, молотов, чё? Поднял. Парень не успел перекувырнуться между этажами. Одну аптеку там брось в комнату, что ли? Сейчас. Положим. Понял, я побежал. Только через дальнюю лестницу побежал, да? Только не видите, что она на крыше? Да не, не должен. А где я? А, я... Ты вообще куда-то пошел? Я на лестницу. Да, друзья, пришел. Вы убьете, да, я надеюсь? Не нубасы? Ну, я надеюсь. Я пойду себе гранатки возьму. Да, сейчас... Их тут двое. У меня много. Тест, Таня, убивай их, Тест! А вы делыкса-то поднимете, нет? Ну, не там сложно. Не, не, не подниму. Я слепой был, я в какой-то жопе оказался. Ну, я пытался. Поднял. Деса поднял. Я за то время отсрочил. Меня завалили. Двое! Убивайте бульдозера! Там еще один убил. А, фак. Понял. Я в Свенсонг, если что. У меня 4 патрона. Я кинул молотов на лестницу. Сумку поставил. Настя их тут наподжигал-то. Они все в огонь сбегают. Ух ты, какой пацан идет. Сейчас я пробью молотов. Сейчас я тобой займусь, чёрт. Их двое духа. Они все к тебе. Ух ты, ёпана. Они сбили ракету мою, что ли? Ну отлично, я серый, меня щит через стенку убил. Всего. Там это, снайпер, там дела. Убивайте их голову. Я стреляю. Можете ставить? А, окей. Ты убил меня! Зато убил. Сказали убивать ее. Меня поднимать. О, я черно-белый, черно-белый. Да я не могу поднять. Понятно. Получше игра. Предатор, там снайперы, так что. Ну я знаю. Ну да. У меня в коридоре до хера народу. Я пошел, в общем, врубать снова электричество. Наслаждайтесь. Главное, пути... Главное по пути двух бульдозеров не встретить. О, у кого там хил с патронов, в общем, просто мега респект сейчас был. Группа мега респект. Наверное, у меня, я не знаю. Я подбирал сейчас патроны. Чё там, где снайпер дрил? Давай вон в окошко смотрят. Коды давай, коды! Коды, не коды, а коды! Коды! Бедный чувак. Вот молотовы есть, бросайте вот сюда вот потом на лестницу, которая ведет к этой. А молот это главный DLC? А, да. Ага. Тогда у меня нету, да? Да. Десантура, блин. Да ебил нам календарь. Какой календарь? О, блин, понятно. А там 3 снайпера просто стоят вместе. Я в Свенсонге сейчас его убью. У вас там чувак в комнате бегает. Или я буду стрелять. Поняли? Я вас предупреждаю. Сейчас гоняем. Только подлечусь. Хотя нет, можно без лечения. Там много идет с дивана. Коридора тоже много. ДЛХ там сзади сейчас будет тебе дофигища. О май фак, оно на крыше! Так там никого, наверное. Я сейчас... Вот. А, ну замечательно! Я упал. Сейчас черно-белый бегу... Нет, не черно-белый, на Свенсонге. Пацаны, я, наверное... Нет, не смогу я вам, короче говоря. К вам прибежать. Не знаю, может поднимешь меня через крышу? Тут дозер. И тизер. Сейчас застанем. А, они тут еще давай встанем. От души.
Тут еще газ. Ну а туши. А, они уже. Ой, 16 метров осталось бежать. Ой, все, просто. Поднимайте делыкса. Успеете. Вместе, только вместе бегите. Вместе, да, согласен. А где делыкса? Найс! Ну, все. Тут да, сложно. Без вариантов. Да охереть, я просто на крыше зареспавнился это говно. А там просто не выйти на крышу. Там просто сразу снайперы и все. Это да. Я еще не думал то, что там в комнате газ лежит вонючий. Надо было, короче, если бежать куда-то наверх, надо сразу хилиться. А я пришел к хилке, в общем, покупной, и меня снайпер завалил. Да, ну ладно. Нормально. Ну, огнемет на ДВ, это, конечно, потрясающая вещь. Да, он все пожигает. Не, он, так, кстати, нормально держит пацанов. Ну. Так, ломика нету сейчас? А здесь, ты да? Жалуешься на него. Нет, я говорю кому потрясающая вещь, без сарказма. Да, не, подождите, да, подождите, какого, подождите, не стреляйте, не заметил. Не стреляйте сразу. А я случайно кнопку перепутал, гранату кинул. В прошлый раз. Ты нож вытащил? А, это ты был, что ли? Ну да. Нож вытащил? А, хорош, хорош, а хорош. Стрелять? Да подожди, не стреляй, надо ломик достать. Ой, еще балки нашел. Вот возле меня балки еще в одной комнатушке. Да, уже не нужны. А, уже не нужны? Ну, окей. Там все закрыто. Ёбана мать! Эти коридоры! Тебе нравится подниматься по этим лестницам? Они такие... круглые. Манящие. Зовут тебя с собой. И далеко-далеко могут увезти на крыльях ночи. Дес наркоман. Поддерживаю. Спалили. Базука. Базука на готове. Жду вашей команды. Не могу найти ломик. Ну как, в прошлый раз я его нашел. Да где я? Где его нашел? Вот зато пакетики нашел. О, меня заглючил. Готов? Бли! Базука, стреляй! Базука стрельнула. Ноп, ломика нет. А, это спрайтовый вертолёт? Где ты ломик-то свой? Так я в том-то дело, просто часто его там нету. А, ну привет! Нормально, привет, тазер, бульдозер. Тоже неплохо. Причем скул, я так понял, да? Угу. Щит, тазер, бульдозер вместе. Просто как оказались за респавнились в комнате. О, ну. И где он? Тачка упала. А, на понял. Втором этаже. Я предлагаю ресартануть. А, то есть так? Угу. Ну ладно. Ладно. Там тачка нормально упала, а не на крышу. Вообще. Угу. Так ломика нету, все равно бегать. Надо успеть ломик найти. Серьезно, мне один уровень дали за прошлый хайст. Нормально. Upstairs. Тут надо как бы это, две штуки досок. Да ладно. Думаешь? О, мальчишка. Возьмите. Нормально. Найс. Зачем Дес ты взял? Ты будешь скрывать на крыше, опять сидеть, опять три раза вздыхать. Дес! Куда ты тыкаешь своими кнопками? Зачем? А там еще одна должна быть, сто пудов, сейчас найдем. Давай, находи. Ретардские. Как все будет? Если что, досочки нашел, я тоже еще один. А, ну все, заколочу я. Ну я потом заколочу. А можно вентиляцию даже заколотить, нифига себе. Мне лень что-то сейчас спускаться туда. Можно. Вломик найти. Досочки. А
крыше где-нибудь. А то там пацан один тыкает руками своими. Кнопочку F. Что, слушай, не вижу вообще на крыше ломик. Это, короче, разминка перед Goat симулятором. Короче, базука вступает в бой. Подожди чуть-чуть. Поздно. А чё, машина не взорвала? Не знаю. Я просто смотрю, там негры открыли двери, я сразу же... Многовековой рефлекс? Пакетик. Гоу, нига, гоу! Нет, ничего нету. Оп. Твою мать! О, я нашел ломик, прям и прям на нем прыгал, как дебил. Смотри, что это. Красавчик, что? Ну. Уроняй, уроняй. Ааа, ублюдок. Ааа, боже, да он. Но есть еще вариант то, что он проломит крышу. Пожалуйста. Не проломит. Пожалуйста. Вангую. Зашибись, зачем молоток? Слушай, а если выстрелю, он проломит? Я думал, что... Ну... Спасибо. Спасибо. Я тут уже упал. Нормально, я тоже упал, если че. Теперь же в ваших вот, интересах меня поднять. Вот. Если успею. Заберите пилу, пилу кто-нибудь поставьте. Пила у Делыкса. Давай, 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 давай. Успею, успею. О, поднимай. Поднимай. Да, поднимай всех. Ты что, даун же, что ли? Подожди, я не могу поднять. Поднимай. Оооо. Я десал только поднял. А, нет. Гениально получилось просто. Я кил молотов, я думал, что молотов можно бросить под машину, а пролетит. А оказывается нет. Так я тоже стрелял, смотрю, треснула крыша-то вроде дома. Кстати, было бы хорошо, если бы по ИД не вылетал. Waiting for death у меня сейчас написано 0%. Ну, как бы, намекает. Где? О. Что? Где мы? Интересно, место спавна. Давайте, может, сразу перезагрузим? А чё? Да не, это ДВХ же создал, всё нормально. Ну, чё не так-то? Вы монтировку найдите. Угу. Тут надо а три... она в тот раз валялась, нет? Или где? Она валяется на крыше. По-моему, две монтировки. Одна на крыше, другая где-то рядом с комнатой, может быть. Одна валялась прямо в комнате. Ну я не нашел. Тут просто заколачивай три окна. Ты там прыгал просто на ней. А, ну там на какой-то такой вот. Это вентиляция. Я даже не знаю, как это сказать. Канализация. Такая белая хернюшка посередине стоит. Ну это вентиляция называется. Может вентиляция. Понял. Окей. Поверим Десу. Ой, я нашел ломик, все. Так уж и быть. Иди как. Главное, чтобы Дес не забрал. Я уже забрал. Я только убил ломик, то. Главное, чтобы Дес не забрал. Я уже выехал. Базука работает. Нужна еще одна доска. Да-да-да, блин, я доску сейчас еще не нашел. Да, все, у Делыкса есть. А, да? Ну ок. Ой, я просто пакетик нашел. Не, ну по идее недалеко будет бегать до всяческих там... крыш. Всяческих щитков. Бузилы упал, вообще ж. Вот еще бы он просто сам выпал бы к нам и все просто, без всяких кранов. Ага, такой, здорово, чуваки. Лучше бы прям сейчас точка ухода была и все. Да лучше сразу выход с карты. Лучше бы сразу очистка. Такой трупак в поте у меня лежит. Оп. О, я хотел посмотреть, как он соскользнет. Я думал, за день! За день! Давай, давай! Боже, да... Можешь упасть, давай! Это же ДВХ создал! Just do it! Давай! А чё, если я выстрелю сейчас опять по полу? Не-не, ничего не будет, это рандом. Ну, давай! Ой, ДВХ! О, проломился! Заехало-то как! ДВХ! Ой! Всё, дальше вниз, гол! Воу! Чё, дрелим, дрелим, дрелим.
Я же говорил, до Лохаса собрал. Иди, Дес. Дес. Давай, улучшайзер. А, у меня тут право фигачит. Ой, я слепой, я слепой. Я слепой. Кто не слепой? Меня там вообще бьют, живи, ребят. Ну, ревенш, ребята. О, у меня там, короче, дозер, okay. Щит, тайзер. Я что-то... Картур. Я перезаряжаюсь, у меня ревоз. Помогите мне. Два тайзера, ну, чё. Ну, нихера себе! Вот это работают у вороты, конечно. Фак, он на... Да нет. Я упал. Ребят? ДВХ. Дес, инфа. Чё, Дес? Что такое? Ребят? Ребят, ребят. А, здесь, ай. Там сверху идут. Сверху идут? Ну кинем молотов и все. Дес, купи себе DLC с молотовыми. Платный молотов? Платный молотов? Не слышал. Дес, ты же покупаешь в CSGO молотов? Вот представь, что ты здесь тоже покупаешь только за реальные деньги. Потом они бесплатно тебе 3 штуки. Только они тут не 400 баксов стоят, Дес. Все нормально. Ну-ка, заколочу окно здесь. Ай, че не вижу? Маки? Кстати, тоже место не лучше, но получше. О, все, можно открывать. Сейчас он, короче говоря, выпадет. Давай. Давай. Кто? Кто? Что это было? Что? Что? Почему? What? И там наверху надо открыть. А, фак, наверху? Черт, ладно. Я сейчас пойду. Не поднимайте, не поднимайте. Не поднимайте пока что. Я ничего не вижу. Я его веду пока. Поднимайте. Я по-прежнему ни хера не вижу и забежал в комнату полную людей. Ну я упал где-то за холодильником, я черно-белый. Я пойду подлечусь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тут. Нет, нет, ставь, 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 я ставлю! Подожди! Там просто парни были, я думал, бегу. Мне нужно достать странный сервер. Я пошел доставать странный сервер. А, тут бульдозер, скулдозер, нормально. Нормально, снайпер. О, быстрее покарикадируйся. Ой, там сверху пацаны пришли. А, Гала. Не стреляйте в машину, я тут сижу, мне больно. Тест, ты как так? Да, я не успел убежать. Пацаны, пацаны, я иду, я иду. Меня надо поднять. А, ну да, поднимаю, но меня тут расстреляли нахер. Чертям собачьим, все хп сняли. Я тут в Свенсонге такой парень, бегу такой клевый. Опа, 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 упал. Опа, 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 поднял. Нормально, идем дальше. Нормально. О, тут что-то как-то. Тут как-то убивай их. Делай, убивай, просто убивай. Где, где, кто, где? Вот, тут, короче, парни вот стоят. Да, 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 о, найс. Блин, окно сломали. Убьем по на матч. Ну ё. Это не я. И второе сломали. Ну это не я. Это же не я. Ну, снайпер, живи с одним, используй обстановку. Подождите. Не. Не уйти. О, патроны подъехали. Когда уже тут привезут из Saints Row то большое... дилдо? Слышь, 4, слышу. Это вражеский. Вражеский. С носом с таким, как у клоуна, бьет чувака, стоит. Это было забавно смотреть. Ой, они уходят. Потому что отход, нормально. Вот. Вообще так он быстро убежал. Now we're talking. Они третье окно сломали, да ублюдки. Это не они, это кто-то другой, они не могут сломать окна. Это взрывная волна просто неконтролируемая. Я даже знаю кого. Давай, давайте я вам тут поставлю. Тесла. Во, смотрите, какое шикарное да, место. Да. Дестол, конечно, во всем Дес, виноват. Как ты потерял броню только что? А тут чувак был. Это взрывная волна неконтролируемая. О, привет, половина хп, видимо, минус. Да? Может быть. Снайпер Шибуя, вот я сюда встал. Сел точнее. Во! А чё посылку не забрали? О, тут, наверное, много парней. Сорян. Много. Один. Ну я на всякий Ой, случай... Ой, я программист, я программист. Где он? Вот, типа вот ты... О, я понял, что делать. Здесь нужен фонарик. Во, правильный хищник.
Найс. Я упал, черно-белый, валяюсь, такой, знаете, клевый парень. ДВХ. Бегу сюда. Сложно выживать, сложно. Руф, гайс, руф. Вуф, вуф. Непонятно. Здорово, чуваки. Нечестно. Где он? Ты только что перезарядился и выпустил, по сути, две штуки, да? Да, да. Ой, как спрятался Клокер, только что свою харю высунул. Там справа дофига и слева дофига. Ну, ой, там щит. Да я слепой. Я аналогично. Я жарю всех. Жарь, жарь, жарь их. Сучки. Зажарю шашлычок всех. Под коньячок. Ух ты. Тут патронов просто хоть жопа ешь. Че, буду собрать, наверное, да? А. О. Вау! Щит! Походу наверху, на крышке. Ну ладно, я сейчас по хилю сгоняю, или можно без хила? Можно без хила. А, ну вы меня достанете, в общем. Я ни хера не вижу, все красное, темное, синее, серое просто. Чё, тут знаешь, что, дозер идет? Понимаю. Ну кто сомневал? О, пацаны, здорово. Не могу попасть. Здорово, снайпер. Убил. Ох ты, щиты, щиты, убил. Щиты. А, он жай, еще выше. Там ДВХ. Хищник попал. ДВХ. Илья, ой, это твой попал. Звездный час. Нет. Да, я сними его. Я серый, я серый. Понятно. Где аптечка? 10, 9, 8, 7. И я в своем шонге, естественно, я бегу на крыше. А, ты вон где, понятно. Ну блин, да, тут просто капец на крыше. Это говно собачье. Дэс, ты не мог его поднять, что? Ну, я серый. Я валяюсь на крыше. Вся ответственность лежит на тебе сейчас. Понятно. Перезапускай. Это сраная тупая крыша просто. Выбегаешь по 50 снайперов, и еще двое ублюдков там стоят. И пока бежишь на этой вонючей лестнице, там ни хера не видно, тебе просто херачит, и все, у тебя все, весь экран красный, он так был темный. Он еще и красный такой же. И ты ни хера не видишь, тут еще бульдозер приходит черный, сливается с обстановкой. Просто такой, ну ладно.